понимаешь, мне коридор. Дверь закрыла, говорит, не подглядывай, что в моем доме творится. Сима? Мама, конечно, мама. Эльза, иди сюда. Не лезь к этой мелкой дурочке. Не подходи, говорит, ко мне. Я обиделась. Киара, у тебя совесть есть, ты самая маленькая. Ты на большую крысишься. Что не так? Засранки. Эльза такая офигевшая сидит, говорит, не пойму, что происходит. Почему? Мама, мама, на меня маленькая ругается. Что случилось? Эльза, иди с Симой поиграйся. Иди, моя золотая, иди. Эльза! Возмущению нет предела, говорит. Да? Что-то такое. Мама, мама, со мной никто не играет. Мама, ой, они там разборки учинили. Иди, поиграйся. Ну, она маленькая, не буду ее выпускать к тебе, да. Раз она плохо так себя ведет. На больших львов нападает. Сучка мелкая. Ужас. Вредина какая, а? Вот, блин. Где у меня решетка-то?